по мотивам реальных событий. Если бы вас спросили, почему события тех лет произошли именно с вами, что бы вы ответили? Потому что так было нужно. Вы о чем-нибудь сожалеете? О том, что мало сделала в угоду матери. Какой именно? Всякий раз, зачитывая имена наших погибших ребят, я преклоняюсь перед каждым из них. Они бьются в том числе за нашу свободу от религиозных предрассудков. Три ребенка узрели чудо. Дева! Мария! Кто ты? Я пришла с небес. С кем ты говоришь? Они вняли призыву остановить войну. Что мы должны делать? Я тоже ее вижу. И мир навсегда стал другим. Врать – страшный грех. Я не вру, мама. Она стояла передо мной, как ты сейчас. С какой стати Богородице являться тебе? Чем ты такая особенная? Это мог быть дьявол. Он скрывает свою личину. Я пришла к ясновидице. Видишь, что ты натворила? Всех обманула. Не надо туда! Я пообещала ей, что вернусь. В этом году. Неужели трое детей настолько опасны? Опасность в том, что они олицетворяют. Там толпа. Остановите их. Пустите нас к нашим детям. А моя дочь... Эй, не надо! Нет, остановите! Видение, которого не ждали. Когда это закончится? Тайна, которую не утаили. Просто скажи сейчас, что ты все это выдумала. Жаль, вы ее не видите. Чудо, о котором нельзя молчать. Вера начинается, когда кончается понимание. Явление. Скоро.